Почти закончился сборкой 286 в корпусе от видеорекордера. Вывел видеокарту отдельным проводом на заднюю панель. Здесь отверстие больше, чем надо. Но из одного из корпусов, которые пошли на выброс, я выпилил вот такой кусок металла, который, в принципе, сюда входит. Ко мне приехал 16-мегагерцовый процессор. Ко мне приехали... приехал вот этот адаптер. Осталось достать только подходящей длины с нужным коннектором IDE шлейф и блок питания. С этим я пока работаю, но если честно, после предыдущих недель, где я возился с 286-ми без перерыва, мне немножко на них не хочется сейчас смотреть. Поэтому переходим назад к моему Pentium 1. В него пошел ИСАшный все-таки USB контроллер, потому что сюда он будет не нужен, потому что компакт-флешка будет выведена на переднюю панель, через вот это отверстие ее можно будет вытащить, при выключенном, естественно, компьютере скопировать на нее нужную информацию, поставить, воткнуть назад, поэтому USB контроллер в этой машине не потребуется. И он уходит сюда. Хотя этот компьютер безо всяких косяков работает и с вот такими вот PCI-ными USB-контроллерами. Единственное, что мой текущий выбор операционной системы — это Windows 311. Просто потому, что мне интересно сейчас с ней возиться. Я оставил здесь всего 16 мегабайт оперативной памяти для подобной операционки. Вернее, для графической оболочки, для DOS. Этого хватит за глаза. Единственное, что установлены здесь DOS от Windows 95, надо пропатчить, иначе Windows при загрузке будет писать, что используется неподходящая, несовместимая версия MS-DOS. Собственно. Поэтому пользуемся вот таким вот набором утилит, который патчит DOS. Модифицируем EOSys. Если что, уже пропатченный вариант DOS от Windows 95 под названием DOS 7.0 существует в виде отдельного дистрибутива, сделанного китайцами. Он плавает в интернете, и никому не мешает взять его и установить напрямую на компьютер, и не возиться с поиском вот этого патча, который, правда, находится лично мной буквально на первой странице. Второй результат в Гугле, но опять же Google подстраивается под каждого пользователя. Если вы никогда не искали старые драйвера, то он может вам вообще ничего не выдать. Проще пользоваться DOS 7.0, который китайцы уже выпилили из Windows 95, пропатчили и сделали к нему инсталлятор. Но мой выбор — использовать оригинальные версии DOS и патчить их самому, просто потому что мне так интереснее. Также я решил не апгрейдить BIOS в данном компьютере, потому что я подобрал сюда жесткий диск на 20 гигов, который данной системой опознается как 8-гиговый. И для Windows 311 этого хватит за глаза. Мне наоборот нравятся маленького объема жесткие диски. Они, по крайней мере, не заполняются всяким хламом. На них ставятся только самые важные файлы, операционная система, документы и больше ничего. Достал сюда жесткий диск. Отрезал от блока питания нафиг ненужные на нем SATA коннекторы, припаял парочку молексов плюс разъем питания для дисковода, установил дисковод, установил CD-привод. Диск, CD-привод уже новый, уже DVD, но в принципе вполне еще совместимый со старым железом. Здесь даже, по-моему, и все еще есть усилитель, так что его можно дополнительным проводом воткнуть в звуковую карту. Звуковуха здесь ИСАшная, ESS Audio Drive 1638, 1868, вот.
была 1869, но, к сожалению, она опять начала себя вести так же, как в момент, когда она ко мне в первый раз попала, когда ее начало глючить, она начала при загрузке биоса неправильно возвращать информацию о plug-and-play девайсе. Может быть, ее еще можно починить, но, скорее всего, чип укаюк. О, да, кстати, тоже про совместимость. Мне начали говорить в комментариях, что вот этот вот USB PCI контроллер с этим компьютером вообще не заработает, потому что он и на более крутых компьютерах жрет 100% процессора при копировании. Как будто у меня нет еще 4 компьютеров на этой же самой материнской плате с этим же самым контроллером в 100% рабочем состоянии. Этот контроллер конфликтует с некоторыми материнскими платами. Некоторые материнки с ним даже не постятся. Некоторые материнки с ним постятся, но при копировании действительно 100% загрузки процессора. Обычно это материнские платы с чипсетом фирмы VIA. Так же, как и этот контроллер. То есть они конфликтуют друг с другом. Здесь старая материнская плата, сокет 7. Не супер сокет 7, а именно просто сокет 7. Pentium 1, 16 мегабайт оперативной памяти, интеловский чипсет, который с этой карточкой не конфликтует. Если у кого-то проблемы, ищите аналоги этой карточки от фирмы NEC, только не вот этот конкретно вариант. Этот NEC-овский контроллер ведет себя точно так же, как тот VIA-овский. То есть тоже 100% загрузки процессора при работе с материнской с VIA-чипсетом. Не знаю почему. Другие контроллеры производства фирмы NEC, где микросхема выглядит по-другому, например, BGA, то есть на свинцовых шариках чип, а не с ножками по краям, они не конфликтуют, с ними у меня работают даже 486, и скорость копирования там нормальная, ну, как USB 1.1, потому что Windows 95 не знает, что такое USB 2.0, но они работают без проблем, и процессор не грузит при копировании. Поэтому могу порекомендовать искать USB-контроллеры от фирмы NEC. Они работают даже с самыми старыми PCI материнскими платами. Так, ну ладно. Заработает ли винда? Все замечательно. DOS пропатчен успешно. Осталось перекинуть с флешки драйвера для видеокарты и для звуковухи, установить их и настроить компьютер под себя, добавив дополнительный софт, типа Total Commander, которым я сейчас пользуюсь. Да, не помню, сказал ли я, зачем мне ставить Windows 311 поверх DOS от Windows 95, потому что DOS от Windows 95 OSR 2 и позднее, то есть от Windows 98, поддерживает FAT32, это значит флешки можно сюда подключать любого объема, а не только флешки типа этой на 256 мегабайт, отформатированной в FAT16. Я это сделал просто на всякий случай. С правильным драйвером для самого USB-устройства будут определяться практически любого объема флешки. Правильный драйвер — это драйвер версии 1.9, здесь, по-моему, стоит драйвер версии 2.0, поэтому он немножко кривоват. Это то, что у меня было на системной дискетке, с которой я форматировал диск C. Плюс появился недавно еще один драйвер для этой ESA USB-карточки. Он написан каким-то энтузиастом совсем недавно. По-моему, он нормально работает только на медленных компьютерах. Я его еще не тестировал. Еще одна интересная вещь. Почему-то в комплекте всех драйверов для видеокарт, поддерживающих VGA-режимы, SVGA-режимы, идут шрифты. Вот они, FO, нижнее подчеркивание, они в запакованном виде. То есть то, что распаковывается в стандартные фонтовские шрифты от Windows 3.1. Прикол в том, что все эти версии шрифтов из драйверов видеокарты не русифицированы, поэтому их нужно заменить драйверами, заменить шрифтами, которые идут в комплекте с самим русифицированным Windows 311. С этим ничего не поделаешь, приходится работать такими вот варварскими способами. Явно эти шрифты настроены под конкретную видеокарту, и с дефолтными шрифтами может быть
драйвер для SVGA режимов работает немного кривовато, но иначе у тебя пропадают русские буквы. То есть я просто выделяю все файлы fo, нижнее подчеркивание, в каталоге Windows с дистрибутивом от Windows и заменяю ими все файлы, которые находятся тут. Здесь явно появились какие-то лишние файлы, которых не было, потому что в винде больше шрифтов, чем в каталоге с драйверами, но ничего страшного. Ну что ж, это у меня 1024 на 768, 256 цветов. Больше, наверное, не позволит количество памяти. Здесь, по-моему, всего мегабайт. Можно его проапгрейдить, добавив еще две микросхемы памяти, которые мне, по-моему, негде взять. Но и так неплохо для Windows 311. 16-битный получается, или это все еще 8-битный цвет? Нет, по-моему, это уже должно быть 16 бит. Так же, как на Sega. Этого более чем достаточно. Настроить звук было немного сложнее. Сначала устанавливаются драйвера на ESS Audio Drive под DOS. Иначе драйвера для Windows 3.11 ругаются, что не могут найти звуковуху. Затем устанавливаются драйвера для Windows 3.11 на звуковуху. И они после установки ломают совместимость с USB-карточкой, хотя звуковуха прописывается по адресу 220, она каким-то образом забивает порт 260, поэтому карточку приходится перекинуть на порт 250, где она со звуковухой не конфликтует. Потом устанавливается вот такая вот интересная панель, которая мне запомнилась еще со времен, грубо говоря, детство, когда я впервые столкнулся с этой звуковухой. Эта звуковуха с самым приятным для моего уха звуком MIDI. Ну, осталось поставить всякий другой софт. Это я, наверное, уже снимать не буду, потому что это настройка под мои собственные личные предпочтения. Думаю, на этом видео можно закончить. Спасибо за просмотр.